Привет, это я вот такой нарисовал фрукты. Сегодня мы будем с вами рисовать санки, на которых сидит ребенок поэтапно. Но сначала подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, и мы начнем рисовать. Начинаем. Берите карандаш простой и листок бумаги, на котором будете рисовать. Ну что, начнем? Мы рисуем ребенка. Как он? Вот здесь вот голову рисуем. И рисуем туловище. Наброски пока делаем. Так вот. Одну руку. И вот здесь вторая вот рука. Далее рисуем ноги. Вот отсюда вот. Как он будет сидеть на санках. Это просто пока еще наброски. Потом мы будем более прорисовывать, чтобы красиво было. Далее рисуем ему шапку вот здесь вот. Такая вот шапка будет. Зимняя. Далее прорисуем опять шапку вот здесь вот. Делаем. Так. Вот тут вот делаем, она у нас вот так пойдет. И вот отсюда вот такие ушки идут у шапки. И с этой стороны также такие же ушки у шапки идут. И нужные вот эти линии стираем. В общем, стираем ненужные линии. Далее рисуем воротник. Здесь вот. У нас такой воротник будет. Начинаем. Далее прорисовываем руку. Здесь у него варежка будет такая. И пальчик. И с другой также. Рисуем. Варежку. С пальчика. Так вот получается.
Далее рисуем санки, на которых он сидит. Вон здесь. Так вот. Так вот. Санки получились. Теперь прорисовываем ноги. Так вот, одна нога будет. И вторую. Рисуем вот отсюда вот, прорисовываем колено. Далее мы прорисовываем здесь кофту, вот так она идет. А тут рисуем ему такую вот рукавичку. Здесь кофта заканчивается, здесь рукавичка так начинается. И с другой стороны также. Здесь прорисовываем руку, так она идет. Здесь вот, тут рукавичка начинается. Далее рисуем ему вот отсюда вот валенки. Такие они будут. И рисуем ему брови. Здесь вот брови будут. Глаза вот тут. Нос прорисовываем. И рот вот такой. Так, далее прорисовываем санки. Вот здесь вот идет. Такие рисуем здесь. Идем. И здесь такую же линию. Начинают у нас уже похоже на санки быть. Вот до сюда доводим. И вот здесь теперь также линию такую делаем. Вот у нас уже начинают похоже на санки быть. Далее рисуем вот здесь вот бомбошку. Такие вот линии рисуем, куртку разукрашиваем, и здесь вот тоже рисуем линии, и вот здесь еще такую. Так,
Теперь прорисовываем санки. Здесь вот рисуем одну такую вот штучку. Здесь вот еще рисуем. И вот здесь. И рисуем такие вот линии, чтобы на санке было похоже. И вот здесь еще одну линию рисуем. Вот, уже стало похоже на санки. Теперь рисуем веревку вот здесь, которую он держит от санок. Она вот так идет сюда и вот до сюда. И с этой стороны также рисуем ее веревку. Здесь она идет. К этой стороне санков. Вот. Далее прорисую вам больше нос, чтобы похож был. Такой вот носик. И рот еще прорисуем. Такой вот. Как будто он едет с горки и говорит что-то. Такие вот, сейчас ему сделаем розовые щечки, ведь он на улице на морозе катается. И вот здесь тоже. Шапку ему сейчас покрасим. Будет оранжевого цвета. Зимой очень интересно на горке кататься. И на санках, и на ватрушках. А вы на чем, ребята, больше любите кататься с горки? Можно на лыжах также кататься. Но на лыжах надо уметь. На ледянке. Также очень много на чем можно кататься. А вот эту мы сделаем желтого цвета. Вот здесь вот шапку. Желтая она у нас будет. Так. А бошка тоже будет оранжевая. Воротник мы какой сделаем? Пусть будет белый. Далее мы будем разукрашивать кофту. Она у нас будет розовая. И вот этот рукав розовый. Здесь тоже будет розовый. Такая курточка у него розового цвета. Здесь будет синего цвета. Такой синий цвет яркий. И здесь синего.
Также вот здесь мы его покрасим синим цветом. Здесь тоже розового цвета покрасим, только более светлого. Такой у нас розовый получился. Брюки мы ему покрасим зеленого, у него будут такого ярко светло-зеленые такие будут. Такие у него брюки получаются. Вот эту сторону мы раскрасим вот таким вот цветом синеватым. Так вот. Такая у нас кофточка получилась. Далее будем раскрашивать валенки. Валенки мы ему раскрасим таким цветом. Сейчас подумаем. Давайте оранжевым цветом валенки будут. Такие вот оранжевые валенки у него. Еще один валенок тоже красим оранжевым. Рукавички мы ему оставим белого цвета, вот эти вот. Их раскрашивать не будем, они у нас будут белого цвета. Далее красим санки. Вот эти вот штучки мы раскрасим голубого цвета. Такой голубой у нас будет. Красим голубым цветом. Вот эти вот голубым покрасим. И сами санки красим. Вот здесь мы покрасим одну штучку красным цветом. Они у нас будут разноцветные, разных цветов. Здесь покрасим эту желтого цвета. Она у нас будет желтая. Вот это будет фиолетовая. Это будет у нас зеленого цвета. Такая вот зеленого цвета. А это будет розового. И еще одна, опять будет зеленого цвета. Далее ему тут покрасим глазки зеленого чуть-чуть цвета. Оттенок дадим зеленый. Так вот. И ротик раскрасим, красный будет у нас. Он что-то говорит. Такой вот ротик красного цвета будет. Вот такой вот мальчик, который едет с горки на санках, у меня получился. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите комментарии.